Приветствую, друзья. Сейчас мы кратко пробежимся по тому объему работ, который нас ждет. Будет целая серия видео по устранению таких вот всех дефектов, начиная с вот таких. Мы не будем заниматься, следовать опыту лепил и залепливать дыры. Мы все будем устранять, все будем заваривать, а все делать, стараться как можно качественнее. Вот видите, какая у нас проблема с решеткой. То же самое у нас вот здесь вот такая, да. Кстати, тут пропустил, я все обещал заварить лонжерон. Вот на арках мы видим здесь тоже проблемы. Тут проблема с лонжероном, как видим. Дальше вы увидите, как устранять жучки от А, то есть от микрожучков до супержучков. Вот мы видим, здесь у нас лепило налепили. Все замазкой, так будем все это убирать. Тоже тут будет, я чувствую, под шпаклей. Здесь будут просто на ржавую заложены дыры залеплены. Что-то мне подсказывает, что это будет выглядеть именно так. Вот здесь видно тоже слой шпаклей. Здесь или мятина, и тоже пролазят жучки. Вот видите, в таких местах их особенно тяжело устранять. Здесь, кроме как без пескоструя, никак не обойтись. Про двери я вообще молчу. Этот ужас я уже показывал вам. Вот крепление ручки. Слава богу, здесь пока еще ничего у нас не. Но зато вверху появляется. Я показывал, что тут получается с дверями. Они какие-то недоваренные. Вот видно, да? Резинка. Все это будем устранять. Тот объем работы. Кому это будет интересно. Вот. Здесь вот уже лепнина отвалилась. Это видно, да, все это дело. Ну, под днищу там я не скажу, что там худо, но как бы днище, под днищу там пока еще все воды. Так, ну, по авто, вот пока первичный объем работы, который я буду устранять. Там еще по двигателю помпу надо менять, а термостат нужно менять. В общем, все это в порядке очереди. Дальше. На эту осень я планирую вот модернизировать свой мангал, устранить все дефекты и все неполадки. Значит, пользовался я им двумя методами, то есть как жарко сюда, так и отсюда. Почему нельзя жарить здесь? Здесь нужно сделать следующее, чтобы жир ни в коем случае не попадал на горящие угли, потому как именно этот жир, который падает на горящие угли, при сгорании у него выделяется, ну, короче, посмотрите в интернете, я сейчас вам не вспомню, но очень ужасная бяка выделяется при сгорании этого жира, и мясо, которое лежит впоследствии наверху, прокапчивается этой бякой, оно, по-моему, там приводит к онкологии, что ли, я точно не помню. Ну, какими-то там очень довольно-таки сильно токсичная хрень выделяется. Я еще раз говорю, когда при жарке шашлыка сало капает на горящие угли, и все это, значит, нужно сделать, чтобы сало или жир как-то стекал, причем стекал очень быстро, вот в эту камеру. Но опять же, она попадает под дымом. Лучше всего, чтобы как-то стекало туда оно и уходило, просто стекало вниз, на землю, то есть туда. Я как-то буду все это дело мутить, что-то делать. Дальше. Труба такая тоже не надо. Ну, всю модернизацию здесь тоже есть очень большая проблема, которую я тоже устраню и покажу. В общем, я покажу на основе опыта, как довести вот такой вот мангал до ума, как сделать из него максимальную жаровню, максимальную коптильню, что нужно, что должно быть здесь, что здесь неправильно, что здесь нужно доделать, чем покрасить его, как видим, что я его уже неоднократно красил, пескоструил, потом покрывал специальной краской, температуростойкой, выдерживает там почти 800 градусов. Все это сгорает, все это бесполезно, никакого толку от этого нету. Вот здесь вот я поливал просто по совету одного человека, поливал подсолнечным маслом, дабы он придал на разогретую. Лил масло подсолнечное, вот оно чернело, и ржа уходила. Ну, посмотрим, попытаемся вылить сюда целую бутылку масла, что из этого выйдет. Ну, в общем, доведем до ума мангал. И следующее, что я планирую сделать, это... Так, ну, это тоже одна из будущих работ, которая будет доделана, усовершенствована.
пока это вращение производилось вручную, это трубогиб такой, я с помощью его гнул трубы, ну, вполне удачно, но неудобно было вращать все это вручную. Теперь я наконец-таки приобрел двигатель, который установлю, и мы его подключим, будет правостороннее, левостороннее вращение. Ну, в общем, все это будем доделать и усовершенствовать. Вот эта труба. Расстояние где-то 3, может быть, 3,5 метра. Ну, для меня достаточно. Мы ее спарим с вот этой вещью. Вот такая вот есть штучка. И сделаем коптильню. Ну, это я показываю объем работы, который меня ждет в ближайшее время. Вот. Ну, такая коптильня есть, конечно, но она маловато, объемы у нее маленькие. Поэтому будем делать из вот этого вот холодильника уже более такую объемную коптильню для холодного копчения. Ну и, наконец, для любителей пневматики есть тоже хорошая новость. Будет предоставлена на обзор, значит, винтовочка одна PSP и блочный арбалет. Даже арбалетов будет два. Один блочный, один обычный. Так, ну это еще одно чудо изобретение, которое у меня тут завалялось и которое я решил пустить в ход. Это тачка, знаете, да, это для перевозки поддонов, ну, груженных поддонов именно. Она у меня лопнул домкрат, там что-то с ним произошло. Ну, а вот колеса эти остались, и я решил приспособить их вполне нужное, даже очень, для меня очень нужное русло. Я из этих колесиков сделаю тачку для перевозки пустых баллонов. Каких, я говорю, пустых? Для перевозки кислородных и углекислотных баллонов. Вот. Сделать я хочу в таком плане, чтобы на эту тележку ложился баллон вместе с полуавтоматом. Можно было перевозить одновременно. Вот в таком плане. Потому как в другой раз или из гаража надо вывести, или к верстаку подвести, или к автомобилю где-то что-то прихватить и таскать баллон, ну никак не хочется. Это адские тяжелые вещи. И одному непосильно это. Можно себе и грыжу, и что хочешь. Поэтому вот будем изобретать такую тачечку.